В аэропорту Барселоны чуть не столкнулись самолеты российской и аргентинской авиакомпании. Видео инцидента появилось на YouTube и за сутки набрало уже более 1 000 000 просмотров. Подробнее об этом Маргарита Журавлева. Марго. Да, здравствуй, Тихон. В интернет это видео выложили сами авторы. Съемку производили спотеры. Это любители наблюдать за самолетами. Давайте посмотрим вообще, что там происходило. Ну, сейчас вы видели, как российский Боинг заходил на посадку, пока аргентинский Airbus выезжал на взлетную полосу. Пилоты российского самолета заметили выехавший самолет коллег, прервали снижение и ушли на второй круг. После этого самолет компании ЮТЭЙР успешно приземлился, аргентинский рейс вылетел в Буэнос-Айрес. А в комментарии к видеоролику, звучащим за кадром, отмечается, что расстояние между самолетами было больше километра. Ну, с одной стороны, кажется, что это много, но вот для самолетов это совсем немного, так что действительно ситуация развивалась просто вот в лучшем возможном случае. Инцидент подтвердил агентство ИТАРТАС представитель российской авиакомпании, но вот при этом испанским изданием компании, которая обслуживает местный аэропорт, сообщила, что это был абсолютно нормальный маневр. Но о причинах инцидента пока что ничего не известно. Тихон. Спасибо, Маргарита Журавлева, об инциденте в аэропорту Барселоны, который всколыхнул весь